Работы идут по плану, замечаний пока нет. Общественники Ноябрьска проверили ход реконструкции городского парка. Члены общественных организаций прошлись по пешеходной зоне, где сейчас ведутся основные работы. Рабочие укладывают тротуарную плитку. По ходу реконструкции подрядчик будет устранять и прошлогодние недочеты. В целом, к качеству работы общественников не возникло вопросов. Очень сложно сейчас еще говорить о каких-то замечаниях. Мы просто увидели, что действительно все недовольства и все неполадки исправляются, причем исправляются такими серьезными темпами, делается все быстро, качественно. Нам об этом сегодня рассказали. Мы, в принципе, удовлетворены то, что мы увидели сегодня. На данном этапе изменения довольно существенные в детском парке произошли. Ну, посмотрим, что будет в дальнейшем. Думаю, что если какие-то локальные замечания будут выявлены, они будут учтены. Общественники продолжат контролировать работы в городском парке. Подрядчик должен завершить второй этап реконструкции до сентября. В этом году будет выполнена входная группа, будет выполнена торговая галерея, будут обустроены две большие комплексные игровые площадки, выполненные в разных стилистических решениях. Также будет обустроен склон горок со всесезонным покрытием, которое можно будет использовано круглогодично. Ну и, соответственно, связи пешеходные, будет расставлена уличная мебель, лавочки, скамейки различной формы, урны, освещение, безусловно.